походу из-за погоды все наши планы рушатся. А план был такой, что нужно настроить комп, пары все, презентовать машину в новой ливреи, получилось максимально круто, и отправить машину в Владивосток на настройку подвески и на тренировку. Надеемся, что погода улучшится. Да, народ, конечно, президент, топчик, конечно, еще состояние такое хорошее. И это лонг-версия, Sovereign, офигеть, вот с такого я все поставил свой пикап. Короче, будни опять по этим Сильвиям всем. Забрались по красочке. Чуть попозже покажу, что получилось. Пока тянули Сильвию на трассу, тут на базе встретили еще одну тринаху. Она на GZ и на 154. Да, цвет вообще горит офигенно. Маджеста Германа собрался тут на кранзах, на всех делах. Тогда он не успел подъехать на low to fun meet, поэтому встречи еще будут. Сняли седуху с тринахи и поехали на настройку. Так, осталось снять вот эту всю балду, потому что все это приварено. Ну и как раз потом поставим по приложению, потому что неправильно сейчас стоит, должен вот так стоять огнетушитель. Все, погода наладилась, дождь закончился, и мы сейчас поедем